Надоевшие туристы. Тысячи жителей Майорки вышли на демонстрацию против туристов. Массовый неконтролируемый туризм негативно влияет на экономику. Сдача квартир гостям приводит к катастрофическому росту цен. Для местных квартиры в туристических городах становятся недоступными. Экологи говорят, что турбизнес уничтожает местную природу. Жители де-факто эксплуатируются ради туристов. Майорку с населением в 1 миллион человек ежегодно посещает 16 миллионов туристов. Главный лозунг демонстрации – «Туристы, езжайте домой».